тазике голуби набились, через окно смотрю. В тазике сколько их сидит. Никогда не видал столько. Сегодня 30 апреля 2019 года. Всю воду расплескали. Я специально вышел, через окно поснимал, а сейчас здесь. Вон они где. Вот они где. Вот они где у меня. На улице вышел ветер. В окно увидел, хотел снять, как они купаются. Ну, а тут уже ничего. Это у меня два голубя вот эти вот живут, такие черные. Вот. Они именно у меня живут, сизые. И они перестали болеть, другие, вертлячкой. Я нащупал такое. Ну, может быть, и не очень. Но это еще два прилетели лишние. Вот они у меня сидят где. У меня тут немного. 25, кажется, было всегда. А это по лестнице кошки лазят. Вот они увидели меня, иду сразу. От кошек проходу нету. А наелись. Ой, да как они дружно идут. Вот какое дело-то. А здесь голубь рядом сидит. Ну что? Ну что пришли? Ну, пришли они ко мне. Да вот они, мои кошеньки хорошенькие. Кошеньки хорошенькие. Чужие, не наши. У нас своих хватает 6 штук. Да еще этих трое. Кормить приходится. Ну все, кошки. Уже деревья будут пускать скоро в почки. Вот они. Вот они куда залетают. Это вот эти черныши сидят. Дикари, два дикаря. Там у меня кошка самая старая, это рыжая. Ничего не могу сделать, кричит, замуж охота. О, все слопали, ничего себе. Какая большая тарелка сегодня приготовил им с чернышам-то, все съели. Так, все, все, ребята, сюда не заходите. Ой. Вот она рыжая. Она одна у меня тут осталась. То на улицу нельзя. Кричит. Котика надо. Нельзя тебе. Ты старуха уже. Утишься. Девать некуда. Ну вот так. Вот раннее утро сегодня. 11 мая. Холодновато. Я вышел на улицу, солнце только-только начинает, видимо, восходить. А голуби рано, они рано ложатся и рано встают. Это не как курицы. Вот они где у меня. Вылазят. Володя там с нами возится. Вон, показать тут. Это у нас рукомойник. А там вон солнце между двумя домами видать. Вот я утром показываю все. Сегодня ни облачка не видать. Вот как листья все. Пошел вчера я картошку тут садил. С Надеждой Васильевной посадили. И там. Ну, сколько нашли. Вот она где. А это у меня два дикаря растут. Здесь же они. Вот они. И там такие же. И вертлячка, эта болезнь перестала. Может быть, с этим и не связано. Ну, так вот. Что-то на ногах у нее вот эта вот она. Что у тебя на ногах-то? Надо поймать тебя, посмотреть. Что-то, видать, прицепилось где-то.
Значит, какая? Хвостик коричневый. Понятно. Ага. Посмотреть тут, что у нас вчера было сделано. О, кошки тут начинают подходить. Кормить тоже надо. Вот я вчера тут протяпал. Посадил картошку. Тут одному пришлось копать. Ну, все-то немножко. Перед самым храмом нашим дом обыкновенно. Вот яблони. Это я вокруг протяпал. Трава лежит. Это виноград у нас. Сестры уже почки, видишь, сестры привязали тут. Александра Михайловна с кем-то она работает. И вот здесь картошку посадил. Вот прошел вот этот. Много. Это вот это черт, это забыл ее. Она тоже какая-то лекарственная трава. Ну, много ее. Я ее порубил всю. Вот она в поле битвы лежит. А вчера две кошки тут спали, прятались. Это яблонька осталась живая. Вокруг обтаптывали. Вот. А это вот чесночок как бы. Ну, чтобы кошки не заходили, не мочились на нее. Вот. Взял и обгородил железом вокруг. Это калина. А там символ бессмертия. Миндаль. 2-3 дня и все засыхает. Ну я сейчас. Ну за мной, за мной, за мной. А-а-а. Вот они мои красавцы. Вот они вокруг летают. Вот. Ну все, пока. Пойду я рвать себе зелени. Пока на этом все маленький. Показать, солнце отсвечивает он. Скворечник первый год как-то жили скворцы, а сейчас нет, даже не пролетают. Их мало и кошек много. Им очень опасно здесь. Видимо, пропадали. Все, голуби. Ну-ка давайте покажите, как вы летаете у меня. Ну-ка. Вот они какие. Это не игрушечные, настоящие голуби. Вот всегда, только приехал я сюда, и тут сразу голубей завел. Какой-то человек дал мне. Никогда не покупал и не продавал. А из Германии вот познакомились. Из Германии мы вам привезем голубей. Вот надо это, надо ветеринарные справки брать. А нет, не надо, я говорю. У меня они хорошие, перепутали все породы. Ну, как говорится, сам беспородный. Такой, такие голуби. Вот еще дрова пока немножко есть. Володя ждет работа, если еще. Я уже не смогу это. Вот везде такие у нас надписи. Надписи у нас тут. А-а-а. Дать-то вам нечего. Пшеницу ешьте, клюйте. О, пока говорил, солнышко еще больше разгорелось. Прямо между, вот где стоит тут этот наш отхожий домик и там дома два, и между ними как раз. Вот так интересно это. Завтра мне уезжать, сегодня 7 июня 2019 года. Вот сколько у меня тут голубей. Проститься с ними я пришел. О, какие. Голуби у меня. Вот так. На улице сколько летает. И голубя там молоденькие. Вот они сколько их тут. А эти вот сидят на гнездах. Вот одна сидит голубка. Вторая выглядывает. Так, третья. Ну и там тоже. И здесь. Вот здесь прямо под столом гляжу сидит. Три голубенка. Вот такие маленькие. Уже оперяются. Вот так. Вот сколько их тут? Около десятка, наверное. Ну и на улице сейчас я пойду попутно. Можно будет снять. Видишь, как гоняют друг друга. Thank you.
все. Сегодня я 7 июля, прощаюсь с голубями, залез там на голубятни, посмотрел. Ну и тут на улице еще 5 штук. Это рядом у меня калина, большой куст, богатый. Второй куст. Вот две березы. Какие они огромные уже растут. Елка чудесная. Ну, это я не знаю, что такое. Юрга, что ли, говорят. Тут я каждый день брал чеснок, вырос вот какой. Хороший виноград. Это яблоня такая большая. Вот виноград, сейчас еще посмотрим. Вот он, виноград какой. Это ревень. Как и... щавель тут немножко растет. Я каждое утро брал это все. Картошечка всходит. Вот так. Здесь тоже картошка уже взошла внезапно. Тыква в прошлом году, говорит, маленькая была. Но я не стал садить семечки. А сегодня Надежда говорит, они хорошие. Значит, когда не садил, говорили, плохая. А не посадил, хорошие. Ну, так не посадил, да не посадил. А это Котя. Котя, он стал у меня из рук есть, приходит. На колени просится. И те там все... Три кошки у меня сидят. Вот с этой стороны их видать хорошо.